Леновск можно по праву назвать городом музеев. Здесь их только в центре больше 30, и есть совсем необычные. Например, Ленинский мемориал. Это крупнейший музей, посвященный советскому времени в мире. Здесь собраны редчайшие артефакты от самого появления Советского Союза и до его последних дней. А это самый вкусный музей. Музей пчелы, меда и пчеловода. А это музей балалайки. Играли когда-нибудь на ней? Я тоже нет, а здесь научат. Музей-заповедник «Родина Ленина». Их 20. Здесь можно узнать все про то, как жил провинциальный город на Волге в 19 веке. И, наконец, уникальный, единственный в мире музей гражданской авиации под открытым небом. Приезжайте к нам в Ульяновск, здесь стоит побывать.